Итак, друзья, всем привет! Вы на канале BioStream. Продолжаем мое прохождение метро 2033. С вами Михаил, да. После того, как мы пробились через фортпост, попали на черную станцию, встретились с нашим, как его, Уиллисом или Уиллом. В общем-то, прорвались, постреляли, все хорошо. Теперь он нам предлагает куда-то садиться и ехать. Скоро мы будем в полисе. Да, без проблем. 10-я серия, да. Мы движемся в полис. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что-то страшное. Что-то страшное? Вау. Ну вот эти видения. Как раз таки, помните, я говорил про ребенка. Мы, по-моему, найдем у этого ребенка маленького. Ужас горит. Куда идти-то? Даже если отец и мать ненавидят и бьют чадо свое, чадо любит их и старается понять. Мы любим вас и хотим помочь. Что такое с философией? Бежать-то. Я, наверное, не туда побежал, страшная, да? Страшная вещь, да? Но на самом деле она не злее, ну, скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Да я что-то, по-моему, лежу на месте. Трудно описать, что я чувствовал. Пятая надежда. Миг. Я падал с ног от усталости и в то же время не мог сдержать улыбки. Я справился. Я доставил послание Хантера в полис. И теперь судьба моей станции была в руках куда более сильных, чем мои собственные. Я выполнил свою миссию. Окей, мы добрались, да, до полиса. Передали мы сообщение Хантера и так далее. Только мне вот... непонятно, почему такого кругаля не давали. Видите же, ведь ветка. Можно же сократить, как было, путь. Да, вот такой вот крюк сделали. Ладно, видимо, такой сценарий. Я просто по ветке метро это все. Глуши мотор. Не двигаться. Назовитесь. Ми фашистен. Приехать захватить ваш станция. Ульман, ты что ли? А, Ульман, Ульман. Что тебе, что Иван Петрович тут нет? Он бы твоего юмора не понял. А это кто с тобой? Парнишка с северных границ. Веду его с черной. Ну ладно, проезжайте. Проезжаем. Свет везде выключен, такие чисто по НВ светится. Вот эта пуколка стоит. Бронепоезд такой. Ну вот, друзья, салют, мы в полисе. Тут прям жизнь кипит, да? Как на базаре, такие разговоры, рынки, люди. Хорошая атмосфера. Пройдите-то мне тут удастся. О, поезда. Куда-то собрались ехать. Обстановка тут не та, чтобы кататься по этому метро. Так, ну салют. Салют. И, видимо, за тобой, да, надо идти. Сейчас для нас будет важное задание. Здрасте. Краснов. Вы к нам издалека, да, молодой человек? Откуда именно? Да, да. Он с ВДНХ. Что же он сам говорить не может? Слушай, капитан, парень впервые в полисе. Тебе лучше не знать, через что он прошел, чтобы донести послание Хантера Мельнику. Так что давай без этой твоей фигни. Ладно, ладно, переодевайся. Вот одежда.
Игрушка немножко подтормаживает. Ничего с ней не случится. Ты передохни пока, Артём, а я разыщу Мельника. Надеюсь, он не на задании. Да, Ульман, и не забудь поскрести себе спинку в химическом душе. Нужно деактивироваться. Да не забуду, не забуду. Забудешь с тобой, как же. А то смотри, двухголовый... Я думаю, что за ним надо идти. Здорово. По идее, я бы с удовольствием развернулся, по рынку бы пошарил. О, а я? А, вот, вот, вот. О, вот этот ствол нормальный, вот этот вот. Что? Последняя работа Калашникова. Что тут? Ручная. Что происходит? Калаш 2012. Шеф. Вот им вчера кошку побрили. Кошка довольна. Хороший рабочий инструмент. Мы тут им вчера... Кинжал, аптечка, динамит Ёж. Товарищ полковник, докладываю. Хороший выбор. Наконец-то у тебя будет приличная пушка. Рассказывай. А ты именно такие любишь, да? Погодь, у меня нету денег. Лучший курс во всем метро. Можно продать. Ну и где патроны-то? Мои-то вот. Да нет у меня патронов. Так, дробовик. Шарики. Кстати, шарики можно продать. Сколько у меня их? 31? Этого калибра у тебя нет. Да, вижу. Ну, как бы на все остальное-то я уже не смогу ничего набрать. Ой, не так, не так. Аптечки, фильтр. Так у тебя уже есть такой? Последняя работа Калашникова. Ручная. Отдать старую пушку, и новая будет стоить всего 158. В общем, надо копить, ребят. Очень интересная тема. Работа Калашникова. Ручная. Все-таки зря я, наверное, это ВСВ купил. Надо было вот сэкономить и взять вот этот калаш модернизированный. Ну, как хочешь. Пойдем, пойдем. Патронов вроде слегка есть. С калашом побега. Все ясно. Спасибо, что сумел дойти. Это почти подвиг. Я созову срочное собрание. Тебя пригласят на него тоже. И ты им все расскажешь. Давай, пойдем. Совета, пожалуйста, соберитесь в зале заседания. Повторяю, всем членам совета просьба собраться в зале заседания. Сейчас будем речь толкать. Да, прям чувствуются такие подтормаживания. Все-таки это не редукс, который на новом движке, а простое метро. Так, вот они. Собранцы собрались. Давайте послушаем. Не верю, что совет отказался помочь твоей станции. Мне просто стыдно за их трусость. Но Полис еще не все метро. Есть и другие люди, которые встанут на защиту метро от черных. Слушай меня внимательно. Охотники обнаружили сохранившиеся ракетные базы в Московской области. Может, нам удастся привести одну из них в порядок и нанести удар? В Московской области? Мои разведчики обнаружили нечто похожее недалеко от ВДНХ. Беда в том, что запустить ракеты можно только из командного центра, который находится где-то в Т-6. Но где, мы не знаем. Но мы хотя бы знаем, где искать информацию об этом. Прямо над полисом, на поверхности, находится гигантская библиотека. Это очень опасное место. Но в ней есть тайный военный архив. Нам нужно туда попасть. Ты поднимешься прямо отсюда. Я пойду вперед. Доберись до входа в библиотеку. Я буду ждать тебя там. Да, и вот еще. Возвращаться мы будем не сюда, а сразу на базу Спарты. Мои люди встретят нас там. Нормально. Артем упихает. Блин, я не знаю, аллея. Стало для меня ударом
Но план Мельника подарил мне надежду. И вот вновь я отправлялся наверх, в город, искать секретный командный пункт. Че, маску одеваем? Чекпоинт есть. Нафига прям сходу мне вот этих вот гавриков сюда суете? Не очень-то они такие радужные. Поменяю маску. Вроде она нормальная, так. Куда нам? Дайте нам навигатор, пожалуйста. Пойдем по навигатору. Лишь бы патронов бы хватило. Правда, ребят? Можно и сюда сигануть. Нет, сигануть туда не надо. Как бы на ту сторону можно было перейти. Давайте навигатор все-таки как-то придерживаться. Такое ощущение, как будто у меня над головой какой-то мутант ходит. Я не понял. Я правда не понял, кто или что это было. Вообще шикарно. Оп. Сорян. Сейчас, сейчас Артем оденем. Неудачный такой выход был. Да, тут еще фильтр где-то. Меня вот такая вот штука убила. Мне интересно просто. Или нет? Или что-то помощнее? С какой главной стороны? Подожди, подожди. Опять щебенка эта посыпалась. Попробуй пробежать просто. Понял, в дырку прыгаем. Ой, блин. Как же я сейчас испугался, ребятки. Это, видимо, горгулья какая-то была. Нормально, да? Кто-то за тобой бежит, такой раз в потолок, а там мой привет. Это, говорит, я. Так, очередной чекпоинт. Так, ножики у нас есть. Вот патроны. Патроны, спасибо. Хорошо, тут мы... А, тут нам надо выходить. Главное, этот суслик может вылезти. А, вот она, библиотека, да? Собственно, сама. Так. Как отсюда теперь вылазить? Вот. Вижу подъем. Вы охренели, что ли? Опа. Горгули не дают пройти.
Ну, пробежим. Так, нет никого сзади. Еще одно сохранение. Артём. У, блин. Наконец-то. Да, вот тут-то я тут-то. А мы уже волновались. Помнишь, что надо делать? Нам нужно попасть в военные архивы, а не где-то под главным залом. Ладно, хватит морозить себе пушки. Пойдем внутрь. Ну давайте, пойдем потихоньку, помаленьку. Помню, я тут какая-то была головоломка, ну типа в какой-то комнате. Надо было стрельнуть по люстре якобы, чтобы пройти или что-то там дверь сломать, когда вас закроют. Главное не забыть. Итак, библиотека. Библиотека была поразительным местом. Я словно оказался в замке из книжек с картинками. И как в тех сказках, сокровища стерегли страшные чудовища. Да, чудиков здесь тоже будут хватать. Данила, стой на трёме. Мы с Артёмом пойдём проверим зал. Стой, говорит, на трёме, Данила. У Данила поджилки трясутся. Кисталкер мёртвый, да? Интересно. Давай, забегай. Артём, если дверь наверху заперта, открой её как-нибудь. Долго нам не продержаться. Хорошо, сейчас, подождите. Лутец тут соберу. Да за жратвой. За нами, то есть. А, дверь, чего-чего он сказал, если дверь открыта? Друзья. Тут тоже какая-то херня. О. Куда тут идти-то? Мышь летучая. Вот она. Вот та самая люстра. Вот эти еще ленточки висят, они же тоже дамажат. Подожди, не хрюкай, я знаю, что ты где-то рядом. Так, ну стой. Подожди. Мы зачем сюда с вами попали? Правильно. Вылезти мы можем? Вылезти мы ни хрена не можем. Погоди, ребят, а как я сюда попал? Спрашивается, для чего? Все, Миша не залип. Ну, чуть-чуть. Да вообще не говори. Слушайте, а зачем я сюда прыгнул? Блин, я залип, короче.
Вот эта дверь. Понял. Все, открыл. Никуда не уходи, стой тут. На обратном пути. Ух, блин. Понятно, да? Стрельнуть по люстре, потом попадаем сюда, значит, все правильно. И тут балки разбить. Такой вот, типа, мини-квест. Хорошо, говорит, поработал. Так, они у меня тоже в масках, да? Мои напарники. Поэтому мы маску с вами не снимаем. Очередной чекпоинт. Патроны. Дайте денег, у меня 35. Монет. Она сдохла, нет? Мне кажется, после такого залпа там, блин, не знаю, динозавр бы сдох бы. А это ж демон. Демон. Проверь кабинет слева. Возможно, сумеешь отпереть двери с другой стороны. У тебя неплохо получается. Так, так с другой стороны. Есть отпереть с другой стороны. Там какая-то хрюшка. Вот дробаш. Вот эта тема, да? Ближний бой мой. Так, погодите-ка. Тут у нас какой-то сталкер. Прилип. Так, вот этот вот получше инвентарь. То есть он с оптикой. Угу. Хотя, с другой стороны, оптика это не всегда хорошо. Так, как-то тут поросенок-то залез. Окна запотели. Так. Так. Сейчас я прыгну. Прыгну на свою голову. Угу. Книжки. Подожди, подожди. Мужики, подожди, не торопитесь. Дайте пошукать немножко. Вот это дуло. Просто да дулище. Что там такое? Я тут люстры, правда, уже заколебался бить. Тут что-то я припоминаю, сейчас будет потеха. Наверное, раньше это выглядело великолепно. Библиотекарь. Так. Артём. Так и. Я его сейчас по-любому не несу. Данилу унесло. Данила. Да-да-да, я здесь. Что-то говорит Артём. Так, а куда нам идти-то? Тут еще вроде как проход есть. Не понял? А, вот это вот штукенция, ага. Надо быть повнимательнее с ними.
Да. Да подожди, что меня бить-то? Да глянь какая. А главное живучие, ребят. Есть аптечка-то? Да, есть. Ну точно какой-то хрюндель был здоровый. Слышите? Так, потом нам бежать до конца и направо, да? Оу, е. Они вообще умирают, нет? Походу нет. Книга-хранилище. Снова был наедине с ужасом, и мне предстояло взглянуть ему прямо в глаза, в прямом смысле. Да я уже все. Этого слова. О, ну прям самую я чувствую книга-хранилище, и тут. Тут уже сидит какой-то нас поджидает хорек. У меня есть калаш. Я не знаю, кто это. Но он слишком здоровый. И он рычит. Я боюсь, простите. Артемка, не бзди. Сейчас, секунду, ребят. Немного так откашляться за кадром. Давайте здесь еще проверим. Блин. Ну типа это с глушителем. Нет? Нет, это без глушителя. Так, у меня есть еще дробаш. Хорошо, дробовик, выручай нас. Ёкарный бабай. Так, упасть я упаду. Где он есть-то? Перезаряжайся. Бой еще не окончен. Блин. Окончен. Какой же ты дерзкий. Мощный парень. Так, хорошо, кого он тут жрал? Я надеюсь, что он тут один был. Так, тени. Подожди, где мой навигатор? Навигатор показывает туда. Если таких тут будет пару, это вообще будет просто сложноватое прохождение данной локации. Опять ломай дверь. Не, нормально, нормально. Выносим. Дробовичок нам в помощь. Надо прислушиваться. Еще где-то есть. Или мне кажется. Да, там еще второй. О. Тут, правда, книга-хранилище. Так, эта дверь не ломается, не поддается. Дайте патроны дробовичку. Там же не зря трупы были с дробовиками, сталкеры.
Чекпоинт был. Где-то он ходит. Эта сопля болтается. Вот он. Ты не уходи. Блин. Как вам? У меня адреналин уже поднялся. Вот там еще один где-то. Так, отлично. Фильтр, фильтр. Так, потолок. Тихо ты, потолок. Потолок ледяной. Дверь скрипучая. Подожди, я правильно залез? Да, вроде. И что мне надо сделать-то еще? Отыскать документы, касающие D6. Как? А зачем меня-то продамажило? Не понял юмора. Аптечек нету. А почему меня дверь продамажила? И куда, собственно, этот сам чертик убежал? Где-то здесь. Так. Он еще уж что ли поднялся? А, вот она, главная комната. Блин, а? Я упал. Фигово дело. Очень фигово. С патронами не увязочка. Блин, да не туда я пошел-то. А-а-а. Где калаш? Короче, я не туда пошел. Вот она, эта лестница. Подняться к ним наверх. Все, справились с очередным. Ну, они реально жесткие ребятки, но это вообще прям из ряда вон. И аптечки опять себе похерил. Ладно, боксим. Так, дырка. О, фильтр. Давайте поменяем. Ох ты, аптечечка есть. Ой, это родная. Вот то, что дробаша нету, плохо.
Так, стойте. Стойте, оттуда я вышел. Давайте посмотрим повнимательнее. Нормальный ход. Сколько я там у него стрельнул-то с калаша? Я вот так не вывезу. Еще хоть один, и я точно не вывезу. Так. А, нам куда-то еще прямо показано. Нет, явно, что не сюда. То ли упасть вниз. Слушай, подожди, народ. Тут я был. Тут я вроде был. Показано нам прямо идти. Мы не через улицу, да? Так. Не пойму, заплутал. Заплутал реально. Отыскать документы. О. Хватай, хватай его за жопу. О, смотрите. Ой. Лифт, Артём, лифт. Тут еще один крокодил. Так, этого расплющило. Патронов нету. С калаша их вообще неудобняк бить. Зато есть чекпоинт. Так. И тут еще какой-то черный. Бежим, бежим, бежим. Мансуем, мансуем. Фух. Ну нафига так-то? Ну столько много-то. У меня ж патронов-то, ну нема. Так, аптечки пока приберегем. С ножа что ли колоть? Блин, ну вот что делать-то, а, ребят? Просто тупо будем пробегать. Так. А, вот, все. Просто надо было подойти. Без патронов такой сраненый. Я в архивы пробрался. Хранилище было жутковатым местом. Я не знал ни где искать, ни даже как выглядело то, что я пытался найти, но неведомый ангел-хранитель помог мне. А, друзья, я остановлю на этом серию. Вам хотелось бы сказать спасибо большое за вашу поддержку, за ваши комментарии, за ваши лайки. Хорошего настроения, здоровья. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а мы продолжим уже в следующих сериях вот эту вот тему пробегать. Всем пока.